Ученые Казанского федерального университета расшифруют геном микроорганизмов из Крымской пещеры Таврида. Уникальная пещера с останками первобытных животных и других организмов была обнаружена в 2018 году при строительстве трассы Таврида. Спустя год ученые Казанского федерального университета присоединились к исследованиям по приглашению коллег из Уфимского исследовательского центра Российской академии наук. Мы с ними сотрудничали по изучению другой очень интересной пещеры, Шульгантаж или Капова пещера, где были обнаружены наскальные рисунки, датируемые 35 тысячами лет до нашей эры. После получения первых образцов ученые КФУ вновь отправились в пещеру Таврида в июле 2020 года. Участие в проекте приняли ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Биомаркер» Юрий Гоголев, старший научный сотрудник научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Наталья Гоголева и студентка Института фундаментальной медицины и биологии Мария Бойцова. Так мы нашли и отобрали около 10 различных образцов, в том числе корни растений, которым, как оказалось, около 600 лет, и биопленки, предположительно маты, тонкие и очень хрупкие живые образования. Некоторые образцы было достать довольно тяжело, поскольку пещера имеет узкие ходы, через которые не каждый может пролезть. Но в конечном итоге все у нас удалось, и все лекции были потрачены. Так что свою работу мы продолжим уже в лаборатории со всем, что получили в Тавриде. Ученые выяснили, что в пещере присутствует много микроорганизмов из царства архей, одна из основных форм жизни. Впереди долгая работа в лаборатории с отобранными пробами, которые помогут определить более подробную информацию о найденных микроорганизмах. Это прежде всего метод таксономика, это упрощенная метагеномика, скажем так, когда секвенируются только определенные фрагменты. Сначала они амплифицируются методом полимеразной цепной реакции. Она используется для препаративного получения отдельных генов. И затем эти гены секвенируются, определяется последовательность ДНК этих генов, и она сравнивается с тем, что уже было секвенировано ранее для других организмов. Ну и по сходству этих генов определяется, какие же организмы, какого таксономического уровня мы можем их отнести. Предстоит изучить и состав микрофлоры в пещере. Узнать, представляет ли она опасность для человека и могут ли посещать пещеру туристы в будущем времени. Кроме того, ученые исследуют биологическое разнообразие пещеры и оценят влияние человека на него в будущем. Из наших образцов, которые мы отобрали, все это нужно будет обработать тщательно, получить чистые препараты, проанализировать на секвенаторах. И потом это займет, я думаю, несколько месяцев, может быть, полгода. Затем еще достаточно длительный информатический анализ. Я думаю, что в целом это займет, наверное, где-то 2 года. Диана Желенкова, Универньюз.